Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Какая тут обновлюшка. Обновлюшка у нас какая-то вышла в House Flipper. Winter Update, check it out. Бумц. И нас выкидывают в Steam. Распродажа серии игр House Flipper 2 выходит скоро, чтобы вы понимали. Эту игру я играл. Мы с вами немножко в нее играли. Будем наблюдать, будем следить. Очень громко звучит, кажется, музыка. Так, валюта украинский звук. Общая громкость. Как-то оно очень как-то громко. А, не, мне так казалось, что громко. Назад. Смотрите-ка. Вот, виш-лист. House Flipper 2 готовится к выпуску игры. Мы смотрели трейлер на, как на каком-то стриме. Так, продолжим игру. И посмотрим, что там. Какие там задания, может, появились новенькие. Загрузочка. Ура! Привет, Неломоб, с наступающим. Дело в том, что я этот ролик записывал тогда, когда как раз в канун Нового года, как говорится, или предновогодний такой был стримчик, я там видосы записывал. И вот это загрузочка. Это мой дом, который я никак не могу обустроить, но я как бы хочу его обустроить, никак не соберусь с мыслями. Так, значит, вот наш домик. Откроем его. Вот мой собачонка маленький. Мы пока никак с ним не взаимодействуем, поэтому, собственно, у нас пока щеночком является. А вот наш ноутбук. Почта, 4 задания. Лазарет в бункере. Давайте сохраним традиции. Красочная фиеста. Снова Рождество. Сохраним традиции. Для праздничную вечеринку для сотрудников. Не-не-не-не-не-не-не-не. А там что-то было интересненькое. Снова Рождество. Давайте эту. Дорогие мистер и миссис, я всегда хотел собственный зимний домик, прекрасный пейзаж и абсолютное одиночество. Чего еще можно желать? К сожалению, события прошлого Рождества мне его немного испортили. Скажем так, я как дурак подарил свое сердце и не выдержал праздничной обстановки. Подарил свое сердце и не выдержал праздничной обстановки. Так что просто оставил этот дом. В этом году я встретил кое-кого особенного. И хотел бы провести с ней этот праздник. У меня нет времени, чтобы приехать заранее. Так что не могли бы вы подготовить дом за меня? Или вместо меня? Думаю, так нужно только прибраться и все украсить. Короче, они, как обычно, перевод у них этих текстов... умопомрачительный. Счастливого Рождества, Микки Джордж какой-то. Принимаем задание. Клец. Идет загрузка. Загрузка. Ух ты, какой домик. Вот это домина. Вот это я понимаю. Он реально очень красивый домик. Выглядит, вот я себя даже убрал, чтобы рассмотреть получше. Чтобы всяких там этих самых. Очень симпатичный домик, я считаю. Такой именно хай-тек, современный домик. Сейчас мы его, конечно же, вблизи еще подробнее рассмотрим. А вообще, вы видите, видели на заставке, что у меня очень много видеороликов по Hello, и по House Flipper. О! Так, вот, собственно, ух ты, какой он реально красивенький, четенький, вживую еще лучше выглядит. Офигенский дом. Просто волшебство какое-то. А горки надо как-то достать снежную лопату. Чикс! Жух! Откопал. Жух! Откопал. Жух! Откопал. Жух! Кусочек откидывал. Так, убрать мусор. А считается ли снег мусором? Наверное, такого раньше не было. Это добавили, что-то новенькое. С лопатой такого ни разу не было. Так. Чикс. Чикс. Давай. Чикс. Чикс. Откидываем снег. А куда он его откидывает, интересно? Куда он пропадает? Непонятно. Домик просто... Я очарован. Очень красивый дом. Жук. Жук. Давай, копай. Оп. 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 А нельзя какую-то машину, которая снег бы сдувала? Так, кажется, этим мы закончили. Стало почище. Тут даже не надо. Все, это такой, короче, использовать. Тут, короче, заезжаешь на каком-то снегоходе. Я не знаю, сюда на автомобиле, наверное, не добраться. Реально такой загородный доминка. А сосульки? Они же на голову могут шлепнуться. Идем дальше. Тут что-то было, по-моему.
Осмотрим дом вообще в целом. Заборчик такой как будто небольшой, но я так подозреваю, такого плана заборы обычно подведены к электричеству, к току. Чтобы, короче, животные, которые прибегают, чтобы они тут не залазили, не шкодничали. Так, как мне убрать теперь лопату? Оп, мусор. Чик, стеночка какая-то. Гараж, по-моему, так открыл. Открыть. Ой, там грязюка. Не, мы сначала с лопатой должны разобраться. А как лопату достать? А газонокосилкой? Не пойдет. Рука. Достаем лопату. Сначала надо снег весь подкидывать. Куда делся снег, ты его кидываешь в небеса. Ой, какую-то бумажку нашел. Не знаю, в небеса, не в небеса, но, по-моему... Что-то происходит, какое-то волшебство с этим снегом. Жух, 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 жух. Давай, давай, давай. Оп, оп, оп. Оп, по кругу пошел, по кругу. По кругу, по кругу, по кругу, по кругу. Так, есть, готово. Тут мы снежок убрали. Идем, да? А тут какие-то сорняки. Что это такое? Не понял. Что это такое? Зажми, чтобы поднять. А что там? А что здесь? Нарисовано, что здесь какая-то грязь. Ничего, какой грязи не вижу. Очень странно. Это какая-то плитка такая. Пока не ясно. Убрать мусор, убрать сугробы, очистить грязь. А, может быть, надо шлангом там? Шлангом, походу, что-то какую-то грязь смывай. Ну, на снегу же не видно особой грязи. Это они мега странно сделали, потому что обычно... Когда ты вот такой мороз поливаешь водичкой, то все же замерзает моментально. Что ты там чистить собрался? Оно же все сразу замерзает, правда же? Очень странно. Ладненько, идем дальше. Идем дальше дом изучать. Так, тут все чисто. Тут сугробы какие-то сейчас еще найдем, чувствую. Так, тут меня не пропустят. О, еще сугробы. Супер домик Бобик. То есть вилла. Реально это домище, я бы сказал. Прям реально вилла-вилла. Такой домик наверняка стоит очень приличную сумму. А мы когда, наверное, его очистим, мы сможем такой домик покупать, наверное. Я так думаю. А ну-ка, пролезай. Трава тут ее... О, даже какая-то трава зелененькая еще растет. Тоже чистить надо. Убрать мусор. Убрать сугробы 40%. Я сугробов поубирал. 56%. Видите, это все мне засчитывается. Видите, справа, сверху, прямо надо мной, там зеленая такая, типа, рамочка. Там же описано, что мне нужно делать. Убрать мусор и сугробы 53%. Очистить грязь. 55%. Чик, 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 чик. Тут кусочек какой-то грязи был маленький, не? Кажется, все. Ну, идем дальше. А где я еще должен тут мусор на улице найти? Не видю. Так, о, вижу. Сорняк. Так, где там поливалка? Это здесь надо убрать грязь на полу. Так, тут больше грязи нет, ребята. 61%. А где же тут еще сугробов-то понаходить-то? Понаходить-то. Плюс-минус, плюс-минус. О, минус, видите, карты я уменьшил. Я пытаюсь таким образом найти еще грязючку. А может сверху сугробы считаются за грязь? Ну это, я думал, что типа улочные. Улочную грязь. Ладно, я туда сейчас наверх тоже доберусь потихоньку. Но будем надеяться... А, помыть окно. Грязно с другой стороны, понял. Ну идем внутрь, в здание. Включить. Ух ты, красота. Пускай горит. Так, где мои это? Ручки мои. Убрать мусор. Бунц. Включить свет. Оп, свечки зажег. Столы грязные. Лыжи. Убрать мусор. Елочка. Включить. Это что такое? Мусор какой-то. Включить. Включим все гирлянды. Сейчас подключаю.
Экономия — это не наш конек. Не, дом прикольно сделан, правда? Так, волшебненько, волшебненько дом сделан. Так, еще мусор нашел. Не, ну если мы в доме появились с вами, и мы видим, что здесь, короче, поменялся график тут слева надо мной, то это означает только то, что... Что-что? Что где-то на улице надо искать еще грязь? Но я пока что думаю, что это балконная грязь там. Какие-то корзинки, баночки. Пока что вот так грязь собираю. Это тоже грязь. И это грязь. И это грязь, и это грязь. Так, тут все чисто. Тут все чистенько. Только надо шлангом теперь полить это все, наверное. А, нету шланга. Тогда шваброй. Затираем, затираем. Затираем, затираем. Потолок? Пол? Какие-то еще разбитые штуки. Бумц. Бумц. О, это помещение. Ну, тут можно как бы равнять еще это все. Типа эти корзинки ровненько все выстроить. Так, более-менее. Оп. Так, хорошо. Тут свет можно было включить. А я что-то это не учел. Так, вытираем грязючку. Вытираем ту грязючку, что видим. Которую грязь видим, то и вытираем. А свет где-то включается в этом доме? А как зажечь свет? Вот тут, наверное. О, это уже другой разговор сразу. Это тоже горит, видите? Так, я, наверное, расставлять эти посуды ровненько не буду. Буду только уборками заниматься. Посуду пускай... Это что такое? Ух ты, декоративная такая, да? Шкафчик. Ну да. Типа механизм там какой-то. Как будто бы системные блоки, там этот самый материночка. Крутится, вертится, все там внутри. Камин включить. Телек включить. The filler. Luxury Flipper. Это пускай. Так, тут у нас еще есть что-то разбитое. Так, елочки. А что с этими? Почему они такие темные? Допустим, переношу. Эта елка таким черным объектом. Может, ее как-то полить? Убрать, почистить? Да нет, вроде. А что она таким темным? Почему она так выделяется таким темненьким на карте? Обычно темненьким просто грязь выделяется. Открыть окно. Закрыть. Так, ладненько, ладненько, ладненько. Тут где-то грязь. Не вижу грязь, но... Камин. Все, зачистил. Тут где-то что-то грязненькое. Видимо, хоть что-то разбитое. А, это надо убрать. Все, понял. Стульчики нормально. Так, это нормально. Тут что-то грязное. Окна, наверное. Нет, не окна. Понял, пол. Пол, 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 пол. Стулья, пол, стулья. Зачищаем. И где-то тут какой-то еще кусочек грязи есть. Вот тут. Тарелки эти. Грязные тарелки. Ох, тут будет работать нормально. Продать предмет сухая елка. Ну вот, видите, там написано у меня. Надо продать сухие эти елки. А типа прошлогодние. Рождественский венок XL продать. Этот? Электрический камин тоже продать? О, господи. Подсвечник продать надо. Подсвечник, ты где? Тебя, что ли? Так, стул с узорами. Все продать? Вы чего? Какие прикольные стульчики были. Так, деревянный обеденный стол. Купить предметы. Ого! Ого! Ого, тут работы! Ого! Ого! Тут, короче, еще работа и работы. Ого! Цветок прогнивший. Еще и второй этаж, да? Бильярдная, во второй этажик. Ой, гараж! Ой-о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 й. Второй этаж, а ну-ка. Тут нормально так работает. О, сугробы, кстати, мои. Прогресс. Давайте с сугробами возиться. Тут не тут это хочется закончить. Чтобы на улице у меня было все выполнено. Пить.
колокольчики звенят, музычка играет. Так, один сугроб устранил. Второй сугроб почти что устранил. Давай, сугробчик, давай, дорогой, давай, давай, родимый. Так, есть. Сосульки нельзя разве срывать их? Эй, почему я не могу... Где молоток? Топор. Давай топором сосульку. Фигась, а чё он не бьет по ней? А где молоток? Молотка нету. Эх, жалко. Я бы сосульку молотком бы сейчас рубанул. А чё она там висит? Ты же на голову можешь шлепнуться она. Это небезопасно. Это небезопасно. Так, тут где-то какая-то грязючка. Еще есть над чем поработать. Это у меня есть лопата. Так. 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 Так, готово. Готово. Так. Что теперь? Это не открывается. Мы тут убрали мусор на 90%, сугробы на 84% и очистили грязь на всего лишь 78%. Значит, где-то есть еще. А как мне разобраться еще с другой грязью? Как ее найти? А, на ту сторону выйти. Ага, нашел. Взять лопату. Сейчас будем, раз уж взялись за внешнюю сторону дома. Я же взялся за это, надо это дело... Как бы закончить. Потом будем то гостиную делать, если время еще будет у нас какое-то. Давай! Сегодня мы копаем снег. Симулятор копателя снега. Симулятор... Симулятор копателя снега. Кстати, вы заметили, что не лагает игра? Прикольно. Я там какие-то драйверы пообновлял, правда. Может, что-то с этим связано? Прикольно, не лагает. Так, о! Это я хотел помыть. А с другой стороны... Может, рано пока за это браться? Ладно, одно окошко помою. Для разнообразия. Чтобы разнообразить контент, помоем. Так. Новый год. Вот тогда он будет, наверное, снимать обычные видео, а не стримы. Ну, посмотрим. А как я тогда соберу на процессор? Если я не буду стримить. Так, так, так. А чё у меня окно не отмывается? Нормально. Оно должно по идее... А, может внизу еще? А, оно цельным считается. Понял. Значит, тут еще какая-то есть грязючка у меня. Сейчас я попробую полить. Здесь где-то грязь какая-то непонятная. Вот здесь какая-то непонятная грязь. Это грязь считается. Угу. А что это такое? Что-то как будто бы здесь лежит. Что-то как будто бы здесь лежит. И непонятно, какая-то черная точечка. Непонятно мне, что? Ничего не вижу. А так снег блестит красиво. Какая-то будто бы черная. Убрать мусор осталось. Ну ладно, допустим, эти вот поубираю мусор. Но это уже другая комната. Это уже совершенно другой мусор. Это уже совершенно другой мусор. А тут почему-то ничего. А может на стенке где-то? Непонятно. А две гирлянды могу включить? О, могу две гирлянды включить. Вот там какие-то точечки просто на карте. А ну-ка плюс нажму. Во, видите, я не выдумываю. Может где-то внизу надо смотреть? Под этим. На крыше, может, внизу? Как посмотреть? Давай, спрыгивай. Не получится спрыгнуть легко так. Ладно. Тут вроде бы все подчистенько. Тут все подчистенько более-менее. Единственное, что внизу что-то смущает. Какая-то точечка черная. А где тут еще какие-то выходы есть на улице? Мне надо какой-то мусор еще на улице убрать. Я не знаю где. Так, это что? Туалет на втором этаже. Это что? Еще одна спальня. Офигенно. Помыть окно.
продадим, тут будем все это дело делать, будем. Тут все чисто, не знаю, что я тут ищу. А еще я, как мне спуститься вниз и тут мусор найти, там на потолке что ли? Не понял я, где мне тот мусор найти. Где-то здесь он, наверное. Непонятненько пока что. Ну ладно. Допустим, мы остановились. Ну я улицу просто не доделал с этим мусором. Мне обидненько. Обидненько как-то, обидненько. Вот тут где-то мусор был. Значит, тут где-то сверху на крыше. Это может быть остатки от него? Непонятненько, непонятненько. Надо зайти в это внутрь, в это помещение. И тут понаблюдать, что тут на крыше творится. Так, есть веничек. Так, так, мусор. Что там сверху? А, на полу. О, тут пивандополы всякие. Оп, оп. Так, кресло. Это, наверное, продать. Это сухое все. Все высохло. Все высохло. Это продавать не надо. Это все новенькое. Это все чистенькое, новенькое. Нульцевое, можно сказать. Нульцевое. Опа, пивандополы. Праздничные всякие. Так и что мы с вами решили? Что мы так и не нашли этот кусочек грязи. А у меня 90% мусора еще где-то на улице. Если бы я еще понимал, как этот мусор найти. 10% мусора где-то от меня скрывается. И я не понимаю, где. Где этот мусор ныкается от меня. Пока что не понял. Нажмите, чтобы продать нельзя. Ух ты, какая дорогущая. Так, мусор. Ищем. Не стесняемся. И продолжаем искать мусор. Так, тут и не было, по-моему, мусора. С другой стороны, где-то я видел кусочек, да? Тут? Нет, уже не вижу. Все получается, значит, в этих участках и не было того кусочка. Значит, мы внизу, оно снизу просачивалось, ребята. Где-то тут мусор был. Где-то какой-то есть еще выход на балкон, видно. Может быть, еще более высокий этаж есть. Есть какая-то лестница потайная. Чтобы еще выше залезть. Как-то можно еще выше залезть, наверное. Какой-то чердак есть. А как наверх еще выше залезть? Ну, снег с крыши счищать, это маловероятно, что нам нужно. Ладно, иду тогда вниз. Я не понимаю, где мне найти еще мусор. Где мне найти? Опа, смотри-ка, что-то нашел. Что это такое? Убрал мусор. О, это он и был, 10%. Только что тут какой-то старый подарок был. Я его и забрал. Так, хорошо, тогда мы с вами остановились на какой комнате? На этой главной где-то комнате. Вот тут мы обустройку делали. Камин камон с украшениями. Такой камин с камон с украшениями мы купим. И установим его красивенько. Вместо того старого камина у нас более модерный. Более модерный каминчик такой. Каминчик такой. Стильный, модный, я считаю. Стильный, модный, молодежный. Да? Вот так, включить. Опа, поярче. Стало поярче, как я считаю. Так, теперь рождественская гирлянда с один чем-то там. Рождественская гирлянда. Вот такую прицепить сверху. Тут висела, по-моему. Чпонька. Так, большая подарочная упаковка. Вот это? А это не под елку случайно нужно цеплять такое? Большая. А где тут елка вообще? Будет у нас елка какая-то? Подарочки. Елка в. Ну берем ее. Вот такая елочка. Small, large, small, small, medium, large. Купим большую. Это что, гирлянда? Белая гирлянда. Красно-синяя гирлянда. Ох, такая у нас large. Елочка.
Мы сильно не мелочимся. Если берем елку, так берем такую, чтобы... Ух! Включить. Опа! Гирляндочка со звездочкой. Включить, выключить. Так, большая подарочная упаковка. Один штука. Тыц, тыц. Опа, подарочная упаковка. На камин. Можно на камин. Средний подарочек. Зеленая. А, сама коробка. Красненькая. Допустим, под елочку. Зафигачим сейчас. Бумц. Так, что там еще? Средний подарок. Цвета. Так, цвета. Вот, допустим, такие цвета. Цвета. Вот еще коробочка. Прям под елку запихнуть. А что это тогда под елку не пихалось? Не пихается, все нормально. Прям под елочку, под елочку. Так, теперь снежный шар. Ну, мне кажется, что мне пока что снежный шар бы на стол какой-то поставить. Деревянный стол Умбри. Такой планов. Стол деревянный Умбри. Вот здесь он хотел. Как-то как было, да? Только обновить надо мебель. Потому что та уже старая. И тут мы поставим шар. Купить. Хаус флиппер на шарике написано. Поставим его. Можем, блин, как-то его присмотреться на него. Ну, вот такой шарик. Будем его трусить и наблюдать, как в нем там движутся всякие штучки. Так, стульчики серые, допустим. Под цвет стола. Сколько надо купить таких стулов? Наверное, нет, один? Нет, шесть, все правильно. Шесть, два здесь. Один туточки. Один туточки. И тут получается два стула. И все красиво задвинуты пока что. Пока что. Только пока что. Высокий подарок. Бумц, бумц. Купить. Такие цвета, такие красные, зеленые, синие, как-то основные считаются, по-моему. По-моему. Так, один. Не могу место ему найти нормальное. Напольная лампа. Настольная лампа. Настольная лампа. Подожди. Настольная лампа. Настольная лампа. Прям настольная-настольная? Прям на стол-на стол? Ну, раз на стол, так на стол. Ну, на стол, так на стол. Типа как свечи будут светить. А включить ее. Опа! И уже подсветочка такая на столе. Так, длинная подвесная гирлянда. Большая свеча, коробка шоколадок, подвесная бумажная звезда. Рождественский цветочек такой. Оп! Рождественник. Вот сюда один. Один. Ой, будет телевизор немножко загораживать. Это нам нужно тогда, разве что, если брать, то брать смал. Малютку. Чтоб сильно не загораживал нам просмотр телепередач. А лучше вообще его сюда забрать, нафиг, вот сюда. О, кто-то его задел под бухичем, и чтобы свалил его на пол, да? Так, это что такое? Это напольная такая лампа. Ну, раз мы уже так серым тонам, напольная лампа, где нам бы хотелось света чуть побольше, может быть, здесь, в уголку. Оп, и уже немножко света поярче. Так, гирлянды. Допустим, красные. Длинная подвесная гирлянда. И куда же мы тебя подвесим? Длинная подвесная гирлянда. Очень замечательно. Только я никак не могу придумать тебе место. О, одно место нашел. Так. Как нам тут не хочет. К окнам ее нельзя. Тут уже висят. О, может здесь где-то? Смотри, как я придумал. Классно. Раз. Два. А сколько штук их надо там? Еще три штучки. Раз, два, три. Допустим. Вот это я мастер. Вот это я дизайнер. Профессионал просто. Сейчас еще включу их. И у нас супер подсветка получается. Опа! Дизайнер, дизайнер. Я у мамы дизайнер. Смотри, как четко. Офигенно, офигенно, четенько. Сердечко, так. Настенная бумажная звезда. Подвесная бумажная звезда. Пять штучек звездочек. Одну ларч сейчас звезду такую.
офигевшую сейчас. Нет, не получится ларч. А я думал, сейчас туда ларч звезду зафигачу большую. Подожди. Оп. Не, надо поменьше. Смал. Оп. И вот сейчас такую звездочку. Бумц. Оп. И уже звезд. А можно включить ее как-то? Не, она так просто декор. Это декор. Такой декор. Так у нас получается декор. Так. Настенные звезды. А где-то мы ларч, а можно красные, видите, зеленые, золотистые такие, как солнышко типа. Можно одну тут прицепить, но как-то тут не хочется ее. А можно так, чтобы она так висела вниз, как люстра? Не, так, ребят, не получится. А тут повыше... места нету на звезду. Вот тут есть место. А ну пускай висит здесь. Че, ничего так, украшение. Так, еще надо три звездочки. Ну, такие большие звезды, это как-то... Как-то мне как-то некуда их вешать, что ли. Тут как-то место уже не очень для них. Сколько мне еще их нужно повесить? Еще одну. Одну маленькую. Малюточку одну. Куда малюточку пришпандерить? Ну, тут можно выстрелить. Ладно, пускай будет. Так, свечи. Вот такие свечи. Можно синие, желтенькие... красненькие. А нам надо их сколько штук? Две штучки красненьких. Допустим, композицию какую-то сделаем. Сделаем композицию с вами сейчас. Очень классную. Очень классную с вами сейчас композицию сделаем. Типа вот так свечечки, да, красивенько. Композицию. И тут синенькие, допустим, такие. Вот такая композиция у нас получается. У каждого по свечке, типа. Вот такая немножко задумка. Так, коробка шоколадок. О, это мы любим. Грызть шоколадки и смотреть не ломопа тут вот, да? Нормальная идея. Подарочек. Берем какие-то таких более темных тонов. Еще подарочек. Подарков много не бывает. Яблоко какое-то. Вот такое. Рождественское яблочко. Со звездочкой. Не знаю, оно декоративное или оно... Или его можно грызть. Пускай стоит где-нибудь тут. Оп. Тихо. Че он не поставился? О, поставился. Так, что там осталось? Вот такие еще. Подвесные бумажные звездочки. Medium. О, вот это можно. Только они тут, если будут слишком большие висеть, это закончится для нас, наверное, печалькой. Потому что обязательно кто-нибудь башкой, вернее, своей головкой умной, зацепится. Да? Звездочка красная, красная. Сколько их штук надо вообще? Еще две. И синие хочу. Синие и красненькие такие. Все, у меня такой вот звездопад. У меня такой звездопад получается здесь. Ну и все, гостиную мы обустроили. А уже снимаем мы ролик полчаса. И в принципе я доволен, потому что мы полностью улочку поубирали. И в принципе мы вот-вот гостиную полностью обустроили. И у нас еще хватит потом... контента на другие комнаты. Может быть, даже за следующий видос мы закончим. Я не знаю. Посмотрим, как оно будет получаться. В целом, уровень интересный, новогодний, приятный. Такое настроение поднимает. Такое, как бы, ну, новогоднее, рождественское, да? Так поднимает настроение. Вилла, конечно, шикарная, шикарная. Все, увидимся в следующем ролике. С вами был Неломоп и игра под названием House Flipper.